Добрый день, уважаемые слушатели. Я хочу вам рассказать о античном театре. Мы находимся с вами в Балке, которая вошла в черту города примерно в 4-3 веке до новой эры. Первоначальные оборонительные стены тянулись по склонам Балки справа от нас. Однако город расширялся, стены разобрали и перенесли их южнее. Здесь был построен античный театр. На склонах Балки был устроен зрительный зал – театрон. Он имел форму подковы. Согласно подсчетам, вмещал в себя почти 2000 зрителей. Перед ним расположилась полукруглая площадка – оркестра, где располагались хоры и музыканты. К оркестре примыкал с южной стороны проскений – помост, на котором выступали актеры. За ним тянулось скене – помещение, где хранили театральные декорации, а также меняли свой грим и одежды актеры. В античное время, помимо спектаклей, в театре могли проходить также народные собрания, читали свои произведения авторы. Так известно, что свое произведение о явлениях богини-девы в театре представил херсонесский историк Сириск. Здесь же его и наградили золотым венком. В первые века новой эры театр перестроили, и помимо спектаклей здесь, возможно, показывали гладиаторские бои. Херсонесский театр утратил свое значение в 4 веке новой эры и прекратил существование. Тогда новой государственной религией становится христианство, а на месте его театра были построены жилые усадьбы и христианские храмы. Руины одного из них справа от нас. А мы ждем вас в музее-заповеднике. До новых встреч!